Вот и на связи, я с невероятно радостной и срочной вестью к вам. Подписчики моего паблика, конечно, узнали об этом куда раньше, ссылка на него будет в описании. Ну и вас я оповещаю достаточно оперативно. Итак, к новости. По словам исполнительного продюсера компании Petroglyph Games, непосредственные разработчики Empire 4, создание новой игры этой серии лишь вопрос времени. А началось все с вопроса фаната на эту тему. Ответ не заставил себя долго ждать, и Тед Моррис, исполнительный продюсер компании Petroglyph, подтвердил, что Lucasfilm Games и Electronic в курсе популярности игр серии Empire at War, их дополнений и, конечно же, модификаций среди фанатского сообщества. Эти компании, сказал Тед, проявляют интерес к возможному продолжению, но единственный вопрос заключается в том, когда это случится. По словам Морриса, по завершению текущего проекта, Petroglyph вновь начнут досуждать Lucasfilm Games и Disney еще чаще и чаще, чтобы можно было начать хоть что-то. Я лично думаю, что продолжение или ремастер Empire at War безусловно выйдут хотя бы потому, что фанаты играют и продолжают работать, подчеркну это слово, над игрой, какая старше многих ее игроков. Трудиться над продолжением, собственно, и не нужно, ведь аудитория сделала все сама. Изобилие модификаций позволяет не просто извлечь интересные идеи, но и какие-то технические моменты. Короче говоря, игра будет, не волнуйтесь. А вот зачем стоит действительно следить, так это за своим здоровьем, чтобы дожить до выхода долгожданной игры. Эту новость преподнес вам я, Ота, обязательно поддержите ее лайком, этот видеоролик лайком, чтобы узнало об этом как можно больше игроков Empire at War. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, еще увидимся.